стаканов. К полевым работам приступили не все. Кое-кто ждет, когда снег сойдет, сказали сегодня на совещании в кабинете министров. Надеются на скорое тепло. Здесь же говорили о капитальном ремонте. Большинство школ и медучреждений реконструируются. Что касается домов, треть стоит, как стояла. Снова коснулись обязательных взносов в фонд реформирования ЖКХ. 2500 высоток в программе не участвуют. Скоро к ней присоединятся участники соципотеки, которые не выкупили квартиру жилфонда. Верховный суд республики это решение одобрил. Человек, участвуя в этой программе, он беднее не становится. Во-первых, он эти деньги не только свои вкладывает на восстановление и привлекает субсидию нашу. Вот эту идею надо до людей доносить.